A tele a escora. Já. Кто мне будет команду давать, когда садится? Да возьми, ты что делаешь? Что вы делаете? Поднимаем крыло. Да нет. Отлично. Усаживайся. Садись, все. Руку вот сюда просовывай, просовывай. Че? На сердце мотор. Но есть одно но. Выдыхай, бобер, выдыхай. Поверь, у меня тоже. Я давно летаю. Я бы не стебался и не говорил вам. Я бы спокойно сохранял бы до конца. Thank you.
теперь я знаю, как это можно сделать. И получишь видео, пока к нам в детстве приедет. Нашел лазейку. Смотри, какая воздушная пробка там. Какой хабар. Получается, снимаешь как бы вперед. Сильно плохо? Нет, нет. Ну, дотянешь, да, до посадки? Конечно. Летим, потому что я просто разогнал под крыло. Мы идем против ветра, но довольно-таки быстро, чтобы быстрее долететь. Угу, я поняла. При посадке ты сидишь, не встаешь. А, нет. Сидишь вот так, как ты сидишь. Потому что смотри, лучше, что я буду встречать землю ногами, как бы я, во-первых, знаю, как, что произойдет, а во-вторых, у меня специальные ботинки. А ты можешь подвернуть ногу, будешь потом ходить. Кошка хромоножка. Поняла.
Игорь бежит. Не валит. Все? Все? Еще чуть-чуть. Ух! Вот это ротаряда прошу. Все, все нормально. Поднимайте девушку, вы ее положили. Не, понимаешь, что красиво лежит. Я сама могу встать. Это все Леха виноват. Вставай, вставай, вставай на ноги. Оп, подожди, подожди, подожди. Все. Меня так испугал. Дианка. Он меня так испугал, ты не представляешь. Он тебя испугал. Поднимайте девушку, вы ее положили, не, понимаешь, что я сама могу встать. Это все Леха виноват. Вставай, вставай, вставай на ноги. Оп, подожди, подожди, подожди. Слушай, меня так испугал. Дианка. Он меня так испугал, ты не представляешь. Как он тебя испугал? Палатки. Да, и что? Не знаю. Я сказал так, что-то у меня с паркланом. Ой, все, она говорит, Леша, не говори так, я боюсь. Я говорю, уж как я боюсь, ты не представляешь. И в этот момент винговеры. Такие глубокие. Во-во, вот так вот, вот. Ну, тебе в конечном итоге понравилось? Сука. А, тихо, забыл. Марин, Дианке фильм не записывай. Пока в гости не приедет, да, дуры ей. Это шантаж. Да. Так, может, мы их сейчас с собой затащим?